Олимпийская чемпионка, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина проводит разминку для участников 49-го арбузного кросса, вновь собравшего всех от мала до велика. Главное – безудержная энергетика бега, говорит Федор Олипченко. В соревновании отличился, финишировал в первой десятке. И это не случайно. Он один из самых опытных бегунов кросса. За время пандемии успел соскучиться по стартам. Ну, стартов таких, кого нету. Вообще стартов из-за пандемии. Старт был всего лишь один после сбора. И то на нем я не бежал. Сейчас будем нагонять в сентябре. У нас вон 12-го, 13-го два старта подряд. Потом 27-го старт. Мне это нравится. Я считаю, что это классно, весело. Главное отличие арбузного кросса от других забегов – высокое соперничество. Участники сражаются до последнего. Традиционно соревнование собирает более 1500 бегунов со всего Одинцовского округа. Но коронавирус внес свои коррективы. С учетом нынешних реалий, в этом году мы вынуждены были немного ограничить количество участников. Сегодня у нас на старт выйдет только 700 человек. Опять же, в интересах безопасности мы были вынуждены немножко раздвинуть время забегов, сделали удаленную регистрацию. Из-за соблюдения правил санитарной безопасности раздавать арбузы в этом году не стали. Но заслуженные награды, конечно, вручили. Церемония награждения состоялась сразу после финиша групп. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».